Прошло больше года с январских протестов 2022 года, когда народ массово вышел на улицы городов по всему Казахстану с требованием реальных перемен и улучшения качества жизни. Такаев нагло лжет нам и всему миру, что якобы строит жена Казахстан, справедливое и слышащее государство. На самом деле он продолжает диктаторский курс Назарбаева, курс на бесправие, нищету и пустые обещания. Токаев говорил и неоднократно говорил, что зарегистрирует все политические партии. Однако реальная оппозиционная партия «Алга Казахстан» Токаев отказал уже 9 раз, не доводя до регистрации. А все потому, что «Алга Казахстан» нацелена на реальные перемены. После январских протестов Токаев имитирует, что проводит реформы. Имитирует, что якобы слышит народ. Токаев заявляет, что гарантирует нам честные выборы. Тогда пусть зарегистрирует партию «Алга Казахстан». Пусть зарегистрирует независимых кандидатов по одномандатным округам от «Алга Казахстан». Мы понимаем, что он боится конкуренции, но мы готовы бороться. Потому что мы и весь народ хочет реальных перемен. Поэтому мы, члены оргкомитета оппозиционной политической партии «Алга Казахстан», выдвигаем своих кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным избирательным округам. В связи с этим мы обращаемся к гражданам Казахстана, нашим сторонникам, поддержать нас и помочь нам финансово для участия в выборах. Нам необходимо собрать около 10 миллионов тенге в качестве взноса в избирательный фонд для 9 кандидатов из Алга Казахстан. С вашей поддержкой мы будем бороться и идти к победе. Вместе с вами мы будем бороться за реальные перемены и улучшение жизни для народа Казахстана. Алга Казахстан!